Привет любителям хищных птиц! Значит, сегодняшнее видео у нас будет в вертикальном формате, потому что у нас на канале сегодня необычный сюжет про одну очень интересную птичку. И название этой птички вы должны угадать в комментариях. То есть пишите, что это за птица в комментариях. Итак, в чем смысл? Значит, на просторах ТикТока мне в рекомендации попало одно интересное видео, значит, про птичку. И, значит, ситуация такая, что этого парня зовут Николай Белозеров, и живет он в городе Новосибирск. Значит, на протяжении 2 лет к нему прилетает эта птичка, значит, и он ее кормит с балкона. Значит, я просмотрел все эти видеоролики в ТикТоке у него, естественно, проявил повышенный интерес, и мне захотелось созвониться с этим Николаем вот и позадавать ему всякие вопросы касательно этой темы. Значит, я нашел его в Инстаграме, с ним связался, спросил у него разрешения, не желает ли он, чтобы его видеоролики попали на мой канал. Я о нем немножечко расскажу. Он сказал: отлично, я только за. В общем, я с ним созвонился, и он мне рассказал эту историю, что на протяжении 2 лет, значит, то есть каким-то образом удалось ему подманить эту птицу. То есть дальше вы на видео все увидите. Значит, там отличная нарезка из коротких видеороликов, как он кормит ее мясом. То есть он в супермаркете покупает курицу и, в общем, скажем так, подбрасывает. То есть птичка заходит на вираж, он подбрасывает мясо, она хватает это мясо и улетает. В общем, и так вот все это мероприятие длится уже 2-й год. Значит, самое интересное, что это самка. И в некоторых роликах на фоне видно летающих ее подростков, птенцов. То есть, ну, как бы уже слетки. Но они как бы не подлетают за едой. Она эту еду выхватывает или летит их кормить. Значит, он живет на 13 этаже. И фактически там 2, 3, 4 раза в неделю, ну, можно сказать, почти каждый день она прилетает именно кормиться к нему. Конечно же, это уникальнейший случай, потому что, ну, такого как бы, ну, на моей практике такого как бы не было ни у кого. Вот это вот первый случай, когда вот так вот на протяжении долгого времени хищная птица, причем это не та птица, которую он выкормил, выпустил, она возвращается за едой. То есть это полностью дикая птица, которая смогла законнектиться с человеком. И вот, скажем так, в таком уникальном формате ей удается добывать еду. В общем, информации как бы там немного об этой ситуации. У них, в принципе, это кормежка, как бы дружба начинается с апреля месяца. Вот, длится несколько месяцев. Ну и, соответственно, когда наступают холода, в Новосибирске они достаточно рано наступают. Новосибирск — это у нас Россия. Значит, я так думаю, что это где-то август месяц они уже улетают. Вот, улетают в теплые края, потому что эта птица, она, скажем так, не любит холода и, в общем, гнездится в теплый период года. Значит, случай, конечно же, уникальный. В комментариях пишите, что это за птица. Вот. Ну и, в принципе, заканчиваю свой диалог. И смотрите видео, комментируйте, задавайте вопросы. И всем 100 тысяч подписчиков. Всем пока. Еще один важный момент. Значит, на этом видео, которое вы будете сейчас смотреть, там есть логотип Николая, то есть по этому логотипу вы можете в ТикТоке его найти, но я еще под видео оставлю ссылку на его ТикТок канал. Там же на его ТикТоке вы можете найти Инстаграм его. Поэтому, если вам интересна эта тематика вот хищных птиц, там непосредственно от автора, заходите на его ТикТок, Инстаграм, подписывайтесь и наблюдайте за этим прекрасным человеком. Все. Всем приятного просмотра.